моей спиной находятся платформы, с которых сегодня ночью будет салют. Вот здесь целый год ждут понтоны, на которые там в море монтируют петарды. Вот они какие. Здесь находятся дзоты, еще военные дзоты с такими вот метровыми бетонными стенами. За моей спиной находится победитель фотографии сегодняшнего праздника. Каждый год дизайнеры, художники рисуют плакат, каждый год другой. Сейчас пошли со мной, я вам покажу все плакаты, которые были за все года. Вот этими лебедками вытягивают лодки с моря. Вот здесь самое центральное место, откуда будут видны все салюты. Сегодня мы снимем люксовый номер в отеле Via Gadea, откуда вам покажем всю красоту этого праздника. Сейчас мы уже подходим к месту, куда людей дальше не будут пускать. Там стоит охрана, которая отвечает за безопасность этого всего салюта. Вот он сидит, грозный охранник. В 12 часов у нас начинается старт фейерверка. Сегодня у нас зеленый флаг, это значит, что полный штиль. Это место лучшее для дайвинга. Сейчас мы находимся в одном из номеров Via Gadea. Вот такие вот номера красивые вы можете себе снимать для того, чтобы в следующем году увидеть этот замечательный фейерверк. Вот там вот на горизонте выстроились многочисленные яхты, лодки, катера, которые будут наблюдать за всем этим с моря. Via Gadea – это лучший пятизвездочный отель, который есть в нашем районе. Вот там вот, где
мигает прожектор. Там остров Лаоя. Это, видать, какие-то знаки они подают, что осталось 3 минуты до старта. Запустили ракету, которая дает старт для всех. Обалдеть. Обалденно. Сейчас мы идем смотреть, что же будет дальше после праздника. Очень много машин, очень много людей. Все приехали специально, чтобы посмотреть этот праздник.